З 16 кулеметників залишилося 5. Про втрати у своєму загоні окупант розповідає у перехопленій телефонній розмові. А ще каже про втечу командирів. Короче, щоб ти понял, братан, ебать, короче, нас в взводе нахуй 16 человек, понял? Ну, нас именно, понял, пулеметчик. Вот, 16 человек, короче, осталось 5 человек. Все в Сочи с**ались. Командир отделения первого, мой командир, с**ался самый первый, ебать. Командир нахуй третьего отделения с**ался в Сочи, ебать. Ну и так пацаны, понял, пос**ались, ебаный в рот.